Поразительно, но глаз жив. Там, в морозильной камере, перебинтовав ему руку, Вимин спасла ему жизнь. А быть может, она сделала это при помощи своей темной силы, ведь именно она является ключевой фигурой в реализации дьявольского плана. Ну что ж, давайте разбираться дальше, друзья. Мы проходим Fear Effect, часть номер 8. Я рад вас всех приветствовать. Здесь мы сохранились. Ух ты! Какая-то зловещая фигура влечет нас в глубины ада. С ним до самых глубин подземелья. И только игравшие в Legend of Mana прочувствуют эту фразу. Так, тут какой-то... как будто тиранозавр. Ага, дракон. Действительно, дракон, китайский жад. Так. Что у нас тут? Дверь. Закрыта. И можно использовать огонь, я так понимаю, для того, чтобы открывать бумажные эти конвертики с патронами. Так. Слова истекли кровью. Я, к сожалению, не знаю китайского. Если есть такие знатоки, можете написать, что там было написано. Интересно. Сердце стучится, значит, будет враг к нам ломиться. Ух ты, как ты косорылишь. Ух, как... С одной руки-то нелегко отстреливать. Ты одного наостреливаешь, а второй тебе гарантированно накидывает. Очень нелегко. Как-то даже эпично выглядит он с пистолетом в одной руке, если вообще такое слово можно применить к ситуации, когда человек потерял руку. Думаю, нет. Думаю, нет, но человек и наемник — это разные вещи. Так что никакой жалости к наемнику быть не может. И если там глаз, я вот думал, кстати, да, о такой ситуации, что они получили эти 90 миллионов за Вимин. Я думаю, что такой головорез, хладнокровный киллер, который шел по трупам как Дик, просто без раздумий перерезал бы горло и Гласу, и Ханни, и забрал бы эти 90 лямов, и был таков. По поводу Гласа, они, ну, может, еще есть какие-то сомнения, по поводу Дика нет. Так что, да, тут даже не может быть никакой жалости к наемнику. Мы распечатали патроны и идем. Но да, что-то в этом есть, как с другой руки отстреливается. Так, опять стучит сердце, опять будет нападение. Может быть, стоит поставить что-то другое, а чего-то другого нету. Отпрыгивает. Зараза. Будем откатываться, потом все кусает. Отстань, какие-то чуадские гончие с оголенными ребрами. Вот там оголенные ребра у девушек, но у гончих это так, на любителя. Хотя девушки-зомби тоже на любителя. Ух ты, что это за гравюра? Наверное, какая-то часть религиозного учения Китая. Так, я взял какой-то ключик, ух ты. И вдруг после этого материализовалась бумажная узишка. Ну хоть что-то. Еще патроны есть. Так, это мы взяли. Не-не, ты дубину знаешь, ее здесь тебе засунут в отломанную руку, не надо. Ты же в аду. Ну-ка, можешь воспользоваться, отлично. Да, под предыдущей частью один из подписчиков написал, что можно на любом огне это делать, и спасибо тебе большое. Я там думал, что только на том горящем кусте бегал туда. Ну вот я, наверное, не прям на любом, вот, например, для этого нету использовать, но у большинства. Вот от него исходит какой-то аромат от того типа, может, такие. Но от многих. Это суть в этом, и это классно, что можно не бегать все время в одно место. Так, да, есть УЗИ, но я пока, наверное, не буду ее экипировать, побережем патроны.
Хотя кто знает, что ждет здесь, может... Может и потребуется. Он пошел туда, значит, посмотрим, что здесь. Так. Ага, это солнце. И здесь нужен ключ солнца. Ну так понятнее, а так такая дырочка, как будто у хомячка попа раскрылась перед тем, как вот через полсекунды оттуда такая аккуратная формовая какашка выйдет. Как будто уже подготовленная в специальной форме. Так, УЗИ и не БУЗИ. Или все-таки пистолет. И лучше кайфа нет. Ни то не поможет, в общем, в итоге. Ух, трое! Трое, отвали! Отстань! Видишь, нет руки. Песня новый манер, слушай. Отвали! Видишь, нет руки. То там и не было это дело такое. Приобретаемое, а вот с рукой сложнее. Крепкий, трое на одного, еще и на инвалида. Черт, что тут? Что он говорит? Так. Фу, как сложно. Здорово, ребята, или девчата, или вообще просто какие-то черти. Не надо меня бить через экран, пожалуйста. Ну, через экран было самое противное. Убил или не убил? Так, короче, вообще мне это не нравится. Беру УЗИшку. Это жесть. Просто впустую столько патронов на панике уже ушло. И еще через экран отбили все, что можно. Чувствую себя человеком, которого прокляли фразой, чтоб тебя черти драли. Это вот сейчас и происходит. Короче, патронов мало. И это вообще может стать смертью. Давай, лунный. Из УЗИ отстрелял все куда-то в молоко. Статуя. I am Forlo, Dragon of Fire. Ну, я понял, что ты дракон огня, а с именем... Давай еще раз. Довольно тихо звук. Может получится расслышать. Dragon of Fire. I am Forlo, Dragon of Fire. Куда там? Follow. Dragon of Fire. Вот Night of Fire. Yeah! Вот эта песня. Можете посмотреть. Night of Fire. Надо на нее кавер снять. Подписчицы, желающие присоединиться в этом деле. Пишите в ЛС. Так, можно было сохраниться. Может быть, не можно, а нужно. Тяжело было слезать на одной руке по этой лозе. Все тело болело. Он дальше там рычит. Куда-то ведет. Но, держась изо всех сил, глаз справился! Собаки! Ты бешеный. Ну не надо убивать собаки. Ну я в следующий раз обязательно буду сохраняться. Зажали. Это смерть. Это похоже смерть, ребята. Я застрял в текстурах собак. Я просто застрял в текстурах собак. Так, ну что, ладно, сейчас... Получается сначала, да? А ведь предлагала сохраниться.
Ну давайте я туда сейчас добегу и оттуда продолжим. Может даже патронов больше сэкономлю. Так, я на месте, где нам предложили сделать сохранение, и я его сделал. И теперь там с этими собаками... Ну ладно, на пистолете пока еще попробуем лезть. Хотя они такие уворотливые, что... А, ладно. Пробуем, сохранение есть. Три раза подряд кинулась. Да сдохни, я думал, ты уже сдохла. Противные создания. Так, вот тут еще можно распечатывать. И я вижу еще ключик. Солнечный ключ. И два дракона. Не-не-не, ну я ж... Думал, ты да рассказываешь, ты дракон чего? I am Genom, Dragon of Heaven. Небес. Дракон небес, а ты? I am Tolong, Dragon of Earth. И дракон земли. Ох, нужно собрать все силы в кулак, чтобы забраться по такой высокой лазе на одной руке. Вы думаете, вот на этих видео, там, где на одной руке подтягиваются или отжимаются, тренируются, наверное, для таких ситуаций. Поднялись. Это с раскроенной головой фигура. Это же, наверное, Дик. Нас ведет куда-то в погибель. Ой, ребята, как вас много, а у меня патронов как мало. Патронов, правда, мало. Один остался. Да хватит. Фиш, вы живучие. Вы что тут бесконечно респаунитесь? Погоди, я пойду распечатываю. Я не хочу все сузи тратить. А, далеко идти распечатывать. Ну тогда оставайся, пока я потом проскочу тебе, постараюсь сейчас. Так, здесь можно спуститься, да? И опять предлагает сохраниться. Давайте сохранимся. То я один раз уже спустился без сохранения. Так, что это за зеркало? Magic Mirror. Глаз. Посмотри в глаз. Горы, небо, вода. Опять вода. Это какая-то подсказка от головоломки. Земля. Опять вода. Огонь. Небо. Земля. Ну, вроде по кругу, да, пошло? Ну, да. Ну, так вроде запомнил. Но, думаю, придется еще подходить. Вспоминать. Для чего это может быть нужно? Пистолете 0. Так. Это опасная штука. Давайте сохранимся здесь. Вначале патроны.
я почувствовал. Но как же их взять тогда? Ну, и это ломает. Подождите, патроны можно взять? Может, здесь надо как-то... Не то. Может, это... Ну, вот становлюсь на краешек, ничего не обрушивается. Но я все-таки попытаюсь их достать. Это знаете, как бывает в 8-битных играх, сложно один ап достать в каких-то местах. Сложно, но возможно при определенных усилиях. Может, так и здесь. Ну бери ты живот уже, сколько ж раз ты еще будешь кричать? Может, ближе сюда, к центру? У меня просто совсем мало патронов. Я хочу, может, с этой плиты или посерединке. Одна нога там, другая там. Развесовка. Да ну тебя к черту. Нет, я возьму. Я найду способ. Что если бочком откатиться вот так? Как мне дальше здесь пройти? Ладно, давайте предположим, пробовать пойти дальше. Эти все плиты ломались. О, вот это я ворвался. Так, может, отсюда их брать? Нет, не отсюда. Так, это тоже бьется. А если так? А если сюда? А теперь сюда к патронам. Да как... К ним не подойти получается тогда. Я уже почти нашел путь, который не ломается. Так. Делаем ставки. Возьму или не возьму? Давайте сейчас. 10 попыток. Первая. Вторая. Вообще фейл века. О! Вот как? Почему? Почему до этого падал? Я ничего другого не делал. Но это вот тут такая же бредовая система, как там с Диком, с этими окнами была. Так, надо сохраниться после этого, конечно же. И я шел так, вот так, сюда. И давай, выходи. Давай, давай, давай. Опа. Хорош. О, появились там пацаны. У меня патронов нет. Что-то тут можно распечатать? Я взял меч какой-то. Так. Каменный меч. На А. И сколько у меня теперь в пистолете? Ну, сколько-то есть. Ой, ребята, о, давайте не будем тут стреляться на пропасти. Другая заставочка. Так что, хорошо, что упал, увидели. Так, как там было, сюда, да? Чтоб тебя, ну... Я шел по нормальной плите, ну чуть-чуть коснулся ножкой, ну можно было, чтобы там камушки посыпались, ну зачем... Показывает, что он двумя встал и упал, если это не соответствует истине. Так, ну опять же, сражаться с ними на таком месте я бы... Да ты чё... Ну вы видели, я вообще не встал на... Это бред. Я не встал на обрыв. Может, просто бежать нельзя, он подскальзывается. Ладно, сейчас я сохранюсь и здесь. Потому что эти препятствия, они в этой игре кривовато работают. Но даже можно пересмотреть видео. Либо эмулятор из-за того, что растягивает на 16 на 9, не совсем корректно отображает. Это, скорее всего, и есть оно. Ну, либо в игре что-то не совсем точно так делаем.
Вот так. И да, я не хочу с вами бодаться, я пятый раз это повторю. Пустите меня спокойненько. Все, все, давайте, оставайтесь. Летайте там, патронов у меня мало. Вас много, сейчас все жизни отнимете. Позже. Сохранимся. А можно упасть, кстати? Тут вот... А, это дракон еще один. I am Sailor, dragon of water. Вот. Я понял, те штуки в зеркале это последовательность, наверное, посещения драконов. Как там было? Горы, небеса, вода, земля. Опять небеса, либо вода. Потом огонь, потом небеса и потом земля. Как-то так. Ну ладно, то если что, можно... Чё ты тут... Я тут рассуждаю! Пацаны! Как их много там опять. На УЗИ надо ставить. Ну, трое на инвалида. Так не поступают даже гниды. Стрельба в тире по движущимся мишеням просто. В Робокопе 1 это было. Смотрите на канале. Робокоп 1, Робокоп 3 с 8 битки. А второй... Не очень. Я его сделаю, но потом. Мне не нравится, что там некоторые уровни нельзя на 100% сделать, с учетом того, что там в процентном соотношении считается прогресс. И это мой перфекционизм. Летсплейщика, проходящего все игры на 100%, очень коробит. Но надо будет пройти на максимальный, так сказать, процент. Там сделать в некоторых уровнях. Так, а ну иди сюда. Ох ты, псин позвала! Негодяй. Нормально. Пошел собаку взял. Так, хватит. Семь патронов, друзья. Надо срочно где-то открывать. Это еще хорошо, что я с теми там не сразился, которые над пропастью были. Воржи. Иначе бы тут с меня уже все ржали. Все, все открыл. 28. Ну, давайте, конечно, пистолет. Есть ключ солнца, так сказать. Вот пойдем к двери. И есть каменный меч. Ну что там, лезь. Смотрит. Дик, тебе интересно? Может, он был заслан злыми силами в нашу группу. Хотят сохранить. Давайте сохраним. Пам-пам. Здорово. Семь патронов, ставим УЗИ. А, так, а здесь можно открывать? Бумажные. Должно быть можно. Но не появляется. Ладно. Ладно. No. Солнечный ключ. Нашел винтовку, видимо.
и дракона. Чего? I am Sunmon, Dragon of Mountain. Гор. Mountain. В общем, сюда чисто за винтовкой. То есть сейчас надо, видимо, решать головоломку с драконами. Видимо, так. Хотя там еще вот этот был самый первый такой большой. Ну-ка, давай-ка ты распечатай все, что нашел. Винтовка. Уже как-то уверенней позволяет себя чувствовать. 120 патронов, отлично. В УЗИ мало, в пистолете мало. А ну бери винтовку. Быстро их потратишь. С винтовкой в одной руке вообще круто. Да, он нас ведет, вот смотрите, вот к нему привел. К этому дракону. Но я ведь еще тех не посетил в нужном порядке. Может, после этого надо... А у меня вот есть еще каменный меч. Работает. Так, тут можно сохраниться же где-то, да? Вот тут в самом начале. Давайте это сделаем. Бери телефон. Voice dying handy. Так, пробил. Иди. Ха, здесь можно было, ну, кто знал. Это вода, не вода, скользко, не скользко. Привет, глаз. Дек? О боже. Бог тут совершенно ни при чем. Все, что ты тут видишь, заслуга моей пушки. Когда ты увидишь свою суть, глаз, ты поймешь. Оу, черт. Мне жаль, Дек. Жаль? Ты хоть знаешь, что они делают с такими убийцами, а? А тебе просто жаль. Ты втянул меня в это. Я доверился тебе, верно? Это твои последние мгновения, глаз. Потому что скоро ты узнаешь, что такое бесконечность. Тебе понравится. Босс! Это босс! Так, чё мне дамажит? Кто меня дамажит? У меня красные жизни стали. Я что-то ничего не понял. Ай! Ай! Вот так выглядит. Так, ну, босс, я не думал, что с ним сражаться надо будет. Что мне там рассказывают насчет того, что... А, надо было не отсюда, а с карты памяти. Это ж вроде... Нет, это не близко. Чтобы они меня убили. Сделать это с карты памяти. Там долгая загрузка. Я быстрее тут все сделаю. Да, по поводу его фразы, что они делают с такими. А ты когда был таким, не задумывался вообще? Что можно потом как-то расплачиваться за такие деяния? Что какие-то претензии предъявляет? Ну, на всякий случай послушаем про него.
Теперь туда. Может, не стоит тратить столь драгоценные патроны винтовки на него. И вначале пострелять с пистолета. Тогда это будет, может быть, намного дольше. А вот УЗИ, ну хотя бы, хотят опять же там менять во время боя оружие, сложно будет. Так, бери винтовку, делай сохранение и поехали. Еще надо понять, как по этим плитам исчезающим, вот привет, Jungle Book. На 8-битке. Я точно знал, какие камушки, когда с Балу сражаешься, в какой последовательности появляются и исчезают. Здесь тоже надо выучивать, видимо. Ой, да что ж я попадаюсь второй раз. Все, я понял, как у меня отнимаются жизни. Попробовать перекатываться. Можно попробовать. Так, внимательно следим за ним. Может, надо что-то делать, чтобы он перестал этим заниматься? Да ну тебя! Что творит вообще? Вообще жесть, надо на нижнюю идти. Ну да, надо просто запоминать эту последовательность. Я так понял, что он по одному маршруту. Вот эти серые камни по сторонам, может они... А, он, видимо, по ним плавает. Я понял, кажется, или нет. Понял. Ну, если знать последовательность, то все очень просто. Покойся с миром, Дек. Клянусь, они заплатят за это. Где еще вы такое увидите? Вы понимаете, про что я? Это могут осознать только русскоговорящие зрители и люди. Только что на ваших глазах глаз нашел глаз. Похоже на то. Вот это хороший финал. Я так и не понял, что с теми драконами мы не разгадали ту головоломку, но не сделали, по крайней мере, в той последовательности, в которой там это было. Может, позже. Мы теперь снова играем за Анну. Но после того, как глаз нашел глаз, я понял, что все сделал правильно для вас. Так, теперь... Теперь Анна. Она зашла за эти врата. Здесь все по-другому. С этой стороны они фиолетовые. Назад пойти нельзя. Нет, ну не надо меня резать. Я просто хотел попрощаться с ней. Просто спокойно. Просто вот взять там, глоточек сделать. Сказать всем спасибо, друзья. В следующей части встретимся. Это устроили. Непонятно, что с Анной. До скорого.